сюда и сыграет Севилья в рамках чемпионата. Ну и на Фламенко, Кармен и Кастаньет. И сегодня здесь дают, и Барселона являются главными оставшимися из четырех команд в финале Кубка Короля. Эти команды играли в 2018 году в Севилье. Так вот, Фирпо справа в обороне, номер 24-й. Тут Навас из-за травмы пропускает уже не первый матч. Это Иглесиас Вильянуэва, Себран Дэвис, и Вилла три мяча и выиграл 5-3 у Гранады. А вот хорошая передача на Фернандо, Дембеле и Бускетса. Ну и далее пошла не точно по вопросу матч против Пари Сен-Жермен. Дембеле, Месси, 900-й матч. Команда и действует поувереннее, чем каталонца. Сейчас хорошая скорость, берет игру на себя. Это классный заброс Гризмана. Не было положения вне игры у Месси. И обычно в таких ситуациях Месси соперника не прощает. Но обычно там Гризмана, и Месси тоже все правильно делал. Вы посмотрите, как здорово действует. Не хватает, конечно, интершума, да? Который на клад развернулся Сусо. Против него Бускетс. Бускетс не лучший матч провел. Против остальных выигрывал Кубок Короля 30 раз. И 13 раз включение Альбы. Прострел. Сколько таких уже Барселона с Старшум? Это дозволено. Месси. Ракич. Мает. Ракич дальше на Эн-Несири. Но обычно играл не Эн-Несири, а Люк Де Йонг. 1 в 1 против Де Йонга, легко положил того на газон. Кюнде, удар, мяч проходит рядом со штангой. Это было ярко, это было интересно. И это было по-настоящему опасно. Смотрим действия Сусо. Сусо в этом сезоне тоже прекрасен. И сам в завершении хороший, и партнером здоровый. Не просто сегодня придется Менгеси против этого нападающего. Альба дальше на Педри. Педри против Сусо. Право Дембеле. Дембеле тоже знает, как забивать Севилью в матче за суперкубок в Марокко в 18 году. Тиньо, Фати, Пике в лазарете, Буну. Кстати, пытается ускорить процесс своей игры с Валенсией и Альмерией. Но там все, ох, как здорово. Кунде, момент, удар 1-0. Как прошел сейчас центральный защитник, при том, что это только вторая такая вразумительная атака Севильи, и вторая завершается точным ударом Жуля Кунде. Первый гол Жуля Кунде, по-моему, в этом сезоне, если не ошибаюсь, в чемпионате он... Битый мяч, третий фол только что у Барселоны, мы увидели, Гризман сфалил. Ну, хорошая позиция для удара, но, видите, удар... Смешной момент произошел в гостинице, в которой мне довелось остановиться в Краснодаре, что мы в одно время вернулись после игры. Почему? Нет, он сказал, нет, я не поеду. Два человека, 1-0 благодаря голу и сольному проходу Жуля Кунде. Дембигровый опытному Ракичу. Это единоборство, и бьет хорвата Ракитич Эскудера, и еще один сделать Умтити. Ну и плюс, на мой взгляд, так, на встречных курсах поспокойнее для Хигомес и Ньяньон. Очень серьезные деньги за десятки миллионов евро. Хоть за... Ну, не у Лапорта. Или у Лапорта даже. Есть план, если... Папу Гомес. Сусо, Ракити. Кунде. Здесь не в взятом тайме. Это может произойти. Сусо, передача. Фир по спину. И на Эн-Несири, тот против Умтити. Это может быть опасный Эн-Несири. Посмотрите, на каком широком шаге, широком замахе убирал марокканец мяч мимо Самуэля Умтити. Включает Альбу, тот еще дальше на Гризмана. Ну, мягкий заброс, Алеш Видаль ушел от Педри, Алеш Видаль. И вот момент Эскудера, можно бить, удар шикарный под перекладину. И на месте Терстегин. Ну сколько передач Севилья сделала в этой атаке. И это против Барселоны, которая сама любит мяч контролировать. Да, тут молодой человек Самуэль Умтити и позволил Кунде выйти. Но мне сегодня юбилейная 900-я игра в его карьере.
в атаке марокканец номер 15. Удар Ракитича, под удар бросается смело Умтити, мяч вроде ему там попадает. Получится у команды Рональда Кумана. Вот передача на Месси, он здорово развернулся. Бьендес, четвертый резервный судья. Игли, смотрите-ка. Кунде ногу выставляет, потом играет мяч, но по поводу ухода Месси и сказал, что Месси сам вправе принимать, забирает и с этим мячом не заскакивает в ворот, хотя Умтити всячески пытался и мяч, и Буну туда за линию затолкнуть. Переиграл Менгесу, Эн-Несири, и здесь лишнее движение Ракитича. Вот неудачный пас Алеша Видар Месси, потому что, ну, и авторитетом Месси душит, и, видимо, остальные. Месси легко ушел от Джордана, и численное преимущество уже у Барселоны. Месси, Де Йонг, момент для удара, нет, Месси бьет сам. Но если не получается, просто ему было, но справляется Буну, а далее уже удар. Подача. И здесь прямо в створ ворот закручивал мяч. Берто, Луис Суарес и Лионель Месси. Опять Дембеле, опять пробует закрутить мяч. Потому что первый удивление-то был покрепче. Диего Карлос против Менгесы. Кто-то будет. Это только первый Месси, а помогает. До него дошла, заброс, Алеш Видаль, нет. Я уже показал, ну, посмотрите. Ну, это желтая карточка, да. Брал мяч у молодого француза. Здесь мяч Месси в домик Жордану мяч прокинул. Жордан категорически не с Эйбери этим славился. И подача. Мяч к центру, Месси на Гризмана. Гризман остался. Возможно, матч принципиальный. Хотя матч против Барселоны для всех принципиальный. Это Эскудера не успел сыграть в мяч против Дембеле. И Месси подает на ближнюю. Буну. И снова Буну не с первой попытки мяч в руки забирает. Летом заканчивается у Менгеса контракт с Барселоной. Но, судя по всему, он будет продлен автоматически. Еще один. Тоже как модель игры. Заброс. Алехандро Гомеса. Выходит Люкдом. Эскудера уходит, получивший желтую карточку. Пари Сен-Жермен. Рекинг. В салоне появился у Ракича момент. Месси. Дали ему пробить. Алеш Видаль мяча не коснулся. А мяч после удара Месси. Альба. А именно Альба счет сравнял. Альба. Падение. Что арбитр. А вот сейчас самое интересное, где был фол. Не пенальти, подача Месси. Люк Де Йонг мяч выносит через Жордана. Алеш Видаль, подача. Де Йонг, падение. Барселон составом тоже не стоит забывать. А вот сейчас Ракитич. Положения вне игры нет. Можно забить второй. Ракитич. Удар. 2-0. Не радуется Ракитич. Положение вне игры. Или нет? Обнимает Ракича, но видите, как знал. Хорват сказал, что не буду радоваться, если собью ворота Барселоны. И вот надо же в таком случиться, что именно он и забивает. 2-0. Смотрим.